Городина Елена, кондитерская фабрика «Волшебница», бренд-менеджер. А какой город вы представляете? Подмосковье, Малаховка. Замечательно. Чем занимается ваша компания? Какую продукцию выпускает? Мы производим шоколадную продукцию. У нас есть конфеты, шоколад, ассорти, все виды шоколадной продукции. Замечательно. Какие у вас цели и задачи вы ставите для участия в данной выставке? Мы хотели бы найти партнеров для того, чтобы наша продукция была представлена в большем количестве торговых точек в нашей стране, и не только в нашей. Замечательно. А какие у вас новинки есть в вашей компании или, может быть, которые планируются выпускаться? У нас есть прекрасный трюфель-волшебница по классической рецептуре. Мы бы хотели, чтобы максимальное количество людей попробовали наш продукт, узнали о нем и, конечно, новых партнеров, с которыми мы могли бы сотрудничать в дальнейшем. А какая ценовой сегмент вашей продукции? У нас есть и массовый сегмент, и премиальный сегмент. Во всех ценовых сегментах мы представлены.